На перекрестке улицы Корякиной и проезд 9 мая качество дорожного ремонта проверяют тщательно. Контроль качества ремонтных работ в этом году усилен. Он многоступенчатый. Производится на всех этапах – от фрезерования до укладки верхнего слоя асфальта. По поручению губернатора и главы Самары к контролю подключились представители районных администраций, депутаты и общественники. Пробы асфальта уже проверили в лаборатории. Все показатели в норме. Также замерили длину и ширину отремонтированного участка. В 2015 году большими картами уже привели в порядок 6000 квадратных метров улицы проезд 9 мая. В этом году здесь отремонтировали перекресток. 9 мая соединилась, по сути дела, с ремонтируемой улицей Марис Тереза. И вот по улице Корякина мы на сегодняшний день видим, все здесь единое. Чисто, хорошо. Здесь было практически невозможно ездить. Дорога была вся в ухабах. Ходить было также затруднительно. Сейчас мы увидим совершенно другую картину. Перекресток кажется там в совершенно другом свете. Он приятен и для прогулок, и для проезда. С начала года большими картами в Самаре отремонтировали 20 дорог. Специалисты и общественники проверили и качество комплексного ремонта дороги дублера улицы Антонова Овсеенко. Здесь не было комплексного ремонта еще с советских времен. В 2015 году был заключен муниципальный контракт на комплексный ремонт дороги на сумму 217 миллионов рублей. Объем работ разделили на несколько этапов. В прошлом году обновили участок от Советской армии до Авроры, отремонтировали тротуары, заменили асфальтовое покрытие. Основной объем работ выполнит в этом году. Выполняется работа по комплексному ремонту с учетом конструктива двухслойного. То есть устройство выравнивающего слоя толщиной 6 см и верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетон толщиной 5 см на полимерно-битумном вяжущем, что позволяет добиться повышенного срока службы и соблюдать гарантийные сроки в течение 5 лет. В случае необходимости устранение гарантийных дефектов ляжет на плечи подрядной организации. Всего в этом году ремонт большими картами и комплексный ремонт охватит 73 городские дороги, часть из которых перейдет на следующий год. Кроме этого, запланировали привести в порядок 60 внутриквартальных территорий. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.